Сегодня мы с вами будем лепить снеговика. Основание – это большой белый брусок. Дополнительно нам нужно будет иметь небольшой кусочек красного пластилина и небольшой кусочек черного. Из белого брусочка мы лепим колбаску, которую делим на 4 равные части пополам и каждую половинку еще раз пополам. Одна часть у нас будет голова, вторая часть – туловище, и третья – юбочка или нижняя, самая большая часть снеговика. Голову лепим в виде шара круговыми движениями. Чтобы сразу увидеть, что у нас получился снеговик, из кусочка красного пластилина лепим толстую колбаску в виде цилиндра, крепим ее, и из маленького кусочка маленькая такая морковка заостренная, это у нас носик. Вот уже голова у снеговика готова. Берем вторую часть. Это у нас туловище из шара. И самую большую часть катаем шар. Это у нас основание снеговика, чтобы он не падал. Устанавливаем туловище с головой на основание. Снеговик у нас будет с метлой. Для метлы возьмем черный пластилин. Из маленького кусочка черного пластилина мы лепим прямыми движениями колбаску, от которой отделяем два маленьких шарика и делаем у снеговика глазки. Дальше делим эту колбаску на 3 равные части. Две части у нас пойдут на палочку метлы, которую мы вот так вот присоединим. А маленькая часть колбаски раскатывается на маленькие тоненькие колбаски, которые делятся и прикрепляются как маленькие прутики к палочке, к древку метлы. Вот такая вот метла у нашего снеговика.